друзья моего канала. Сегодня у нас на заводе праздник, день открытых дверей. Вот собираются жители поселка Лееврик, вернее городка Лееврик, съезжаются, вот вы видите, на машинах, идут с детьми. Сегодня обещается программа какая-то с 12 до 4. Наверное, выступать будут какие-то ансамбли. Я точно не знаю. Но все это мы будем смотреть с вами. Какой-то розыгрыш лотереи сегодня предвидится. Вроде бы будет разыгрываться велосипед. Вот, так что должен сегодня быть денек интересный, веселый. Погода хорошая. Солнце. Вот вы видите, сходятся люди, съезжаются. Вот. Дальше будем смотреть. Вот раздают, я так понимаю, лотерейные билеты. Вот раздают кепки, чтобы не было так жарко. И так... Карты местности раздают для тех, кого никто не знает. Билеты какие-то. Так. Вот такой вот сегодня праздник. Ага, это расписание. Расписание сегодняшнего празднества. Празднество. Оно, правда, на норвежском. Я ничего вам не могу перевести. Ну, а здесь карта завода нашего. Я ее прекрасно знаю, потому что я здесь работаю. Так что вот пойдем смотреть дальше. Покажу вам свой завод. Люди собираются все больше. Так что пойдем посмотрим. Вот люди с детьми пришли в цеху, смотрят, интересно им. Показывают детям все. Детей поодевали в робу детскую. Ух ты, где ж таких размеров набрали? Интересно. А, вот, раздают деткам сувениры. Перчатки. Одевают их в робы. А, или показывают, или раздают. Я не понимаю пока. Вот здесь уже выступает ансамбль из дедушек. Играют. А здесь уже угощают пирожными с вареньем. Поставлены столы. Можно присаживаться, кушать, набирать чай, варенье, печенье, пирожные всякие. Там дальше готовится сцена. Наверное, тоже что-то будет происходить в следующем, в будущем, вернее, сегодня. Ну, а пока вот так вот собираются потихоньку люди, начинают угощаться. Вот здесь на входе на Эльтфиск тоже дают подарки. Люди заходят, смотрят на старую нашу платформу. Детям дают каски, ну и взрослым, конечно. Вот, дают вот такие вот подарки. Какие-то бутылочки. Какие-то кошелечки под мобильный телефон, я так понял. С удлинителем для наушников, что ли. Вот так вот еще подарки дают. А вот такие вот развлечения для взрослых. Вот они.
борются за какой-то приз. Сейчас дадут какой-то приз. Вот, наконец-то я ворвался вовнутрь. Здесь дают тоже призы, сувениры, какие-то ручки, заполнять анкеты. Понравилось, не понравилось. Нужно писать здесь. Вот еще что-то такое. Так, карты что ли? Нужно посмотреть. Здесь столик тоже с подарками, шоколадки вот такие вот от Кварнера. Это помада гигиеническая, тоже это все в подарки идет. Сейчас дальше пойдем посмотрим, там какая-то экспозиция, по-видимому. Здесь я еще не был. Так, здесь тоже, по-видимому, угощают чем-то, мороженое дают, пожалуйста, можно брать мороженое, столики, присаживаться, не знаю, какие-то анкеты заполняют они, я не понимаю, потому что по-норвежски, поэтому не могу ничего рассказать. Все, буду выходить на выход. Вот здесь уже угощают хот-доками, сосисками. Здесь три очереди. Люди подходят сюда, берут. Я себе тоже взял, как видите. Много людей. Так. Здесь снова угощение. Угощают грушами, груши вот раздают, опять же рыбу какую-то, кусочки рыбы, конкурсы проводят с детьми всякие, вот показывают, как делать искусственное дыхание деткам. Учат ребенка, как делать искусственное дыхание. Дальше идет пожарная техника. Вот такой вот квадроцикл. Здесь детям демонстрируют, как нужно тушить огонь. Дают попробовать им их в роли себя почувствовать пожарного.
Вот такие вот развлечения для детей делают. Все это, конечно, бесплатно, все это прекрасно организовано. Вот такие развлечения. Так, пойду дальше. Вот такие вот развлечения для взрослых. Вот они борются за какой-то приз. Сейчас дадут какой-то приз. А эта очередь стоит детей и взрослых, чтобы покататься на пожарной машине. Она уже сейчас повезла часть людей, сейчас вернется и будет катать следующую партию детей. Вот пожарная машина, которая катает детей. Она катает 3 минуты, но все равно детям это интересно. Еще одно из развлечений. Вот построили здесь сцену. Будет выступать какой-то ансамбль, по-видимому. Девчонки с гитарами уже настраиваются. Начался концерт. Начальник нашего проекта тоже здесь присутствует, ходит среди людей, смотрит, общается. Вот пульт звуковой. Девочки спели, теперь будет петь другая группа. Ну вот такой вот получился день открытых дверей на заводе. Вернее, он еще продолжается. Сейчас будут выступать другие группы. Концерт будет продолжаться.
Люди скопились в основном здесь, ожидая концерта. Вот. Ну, а я буду заканчивать. Буду идти домой. Мне сегодня на ночную смену. Поэтому нужно еще отдохнуть перед работой. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Общайтесь. Всем спасибо, до свидания. Вот смотрите, на каких раритетах сюда люди приехали. Это Форд. Форд. С такой уточкой на носу. Я не знаю, какого он года. Вот такой вот раритет. Такая вот интересная машинка. И вот рядом стоит Харлей. Еще один раритет есть. Toyota Cand Cruiser. Но этот в ужасном состоянии.